Приветствую, мои дорогие друзья, любители прекрасного искусства Эбру. Сегодня мы делаем специальный выпуск, обзор наших лоточков. Многие спрашивают, какие лоточки, для чего они предназначены, какие они могут быть. Вот сейчас я вам все наглядно покажу и расскажу. Вот это самый простой и самый ходовой лоточек у нас. Это лоточек с прозрачного акрила. Вот, он очень красиво смотрится на мероприятиях, на выездах, и с ним очень удобно работать дома. Размер немножко больше, чем обычный стандартный листик А4 формата, для того, чтобы было удобно извлекать из лоточка готовую работу. Следующий лоточек – это лоточек из черного акрила. Он прекрасно поглощает свет, на нем работы техники Эбру выглядят еще более мистически. Многие не хотят работать с прозрачными лоточками, предпочитают вот такое матовые оттенки. Для них у нас разработан молочного цвета лоточек, непрозрачные. Ну и писк моды. Это лоточек. Здесь сделана боковая поверхность зеркальная. Для того, чтобы создавался эффект зеркала, сделаны эти бока специально зеркальным, для того, чтобы рисунок отражался и эффект работы получался еще более интересным. Ну и последний лоточек, это наш рабочий лоточек. Мы такие лоточки делаем только под заказ. Лоточек с подсветкой для водной анимации. Сейчас я его включу. Верхняя часть поддона снимается, ее можно помыть. Снизу находятся все подсвечивающие элементы и детали. Они находятся там в безопасности. Отличный лоток для рисования на воде, для водной анимации.